Вы под скайпом всегда пишите, свободен я или нет. Писать обязательно, да. Ну я да, внизу скайпа. Еще говори, теперь раз зашел. На будущее имейте это в виду. Бывает, я ухожу, там я приду и прочитаю. Могу дать обратный сигнал. А сейчас свободны ли? Да, сейчас я свободен. Я оставил все дела. Раз позвонил ты. Говори. У меня такой вопрос возник. Поближе, чтобы громче было. У меня такой вопрос возник. Как себя вести в рабочем коллективе с начальством? Как себя вести верно надо? Ну как ты ведешь себя, так и веди. Разве ты можешь в присутствии начальника быть один, а начальник вышел за дверь, и ты другой? Везде ты должен стоять за истину. Все время представлять себя перед лицом Божиим. Ничего тут и не надо думать даже. Такой вопрос и не ставится никогда. Этому ни Писание не учит никто. Вы соль. Соль всегда одинаковая. На столе она стоит, на столе или под столом. И свет, он светит на вершине горы. Смотрят люди на него, не смотрят, он одинаково светит. Напрягаться тут не надо, а посторонние люди. При посторонних людях надо заботиться о том, говорить или не говорить. Выступать или не выступать. Один вопрос решать. И то только в том случае, если ты знаешь, если представится случай говорить, что ты скажешь. Если ты знаешь Священное Писание, и Дух Божий тебя тревожит, ты вынужден сказать, ты видишь безумие какое-то, беззаконие, то это вопрос уже определенно, ты должен сказать. А если такое среднее, не трогает тебя, промолчи, ничего не будет. Любят выскакивать, а сами ничего не знают, ни опыта жизни, ничего. И начнут говорить, остановить невозможно. Бестормозные. И какая-то все выгода в этом. Перед кем-то или покрасоваться, или чего. Чтобы что-то сказать, для этого нужно что-то знать. И соответствовать тому, что ты знаешь. А дальше это дело покажет. Мы все здесь, говорится, геройствуем. А когда помирать будем, где мы будем? Как перед Богом? Когда за каждое слово отвечать? Сегодня люди видят, какие слова говорить. Хорошо тут говорят. Всех люблю, никого не осуждаю. Без пробелов пиши. Вот это вот главная беда. Такого нет христианства. Усвоили одно, что христианин должен идти кого-то убивать. Все. И всю тысячу лет Россия воевала. Хватало и лопнуло. Рассело чрево. Маленько-то смотрите в интернете, что вот сейчас какие-то слова там люди говорят, это все исчезнет в один день. Китай в течение одной недели захватит до Урала. Все. А там с юга пойдут, поворачиваться не успеют. Атомная бомба. Да туда вплотную атомные бомбы подошли. Ничего не будет, все сгорит. Это сегодня друг перед другом люди лисы мерят. Вот с ним с отдельным попадешься, с говорливым-то, отдельно где-то в дороге идешь. Никого нету, он совершенно другой человек. Это лицемерие. И много говорят о лицемерии, самый главный лицемер. Вот ты ничего не выгадывай, будь перед Богом. Помолись и послушай, что скажет Бог. Он скажет: мир душе моей. А мир тогда, когда с Богом наступит полное согласование. Сегодня ничего этого не знают. Обязательно что-то выгадывают из этого. Вот я сделаю так-то, так-то. Вот все нападают на этого, и я крикну. Солженицын выгоняет, и Манька там выступает. Я не считала, но я против. Но ее пометят, ну она патриот, то другое-то. Но она Манькой осталась. А Солженицыну Бог указал путь обличать. Поехал в Америку, и он и там нигде не нашел покоя, всех обличал, весь капиталистический строй. Так и в христианской жизни. Люди этого не понимают. Когда им говоришь, объясняешь что-то, а он знает, что его там благословлят, его там простят в один день-то. Да никакого прощения нету, когда грех не оставленный. Вот мне парень пишет, сходили, причастили с товарищем, на этой же неделе сблудили. Сблудили. Опять скорее в воскресенье пошли, причастились. И этого не видят и не говорят нигде об этом. Смерть распростерла крылья над страной. Это даже не лицемерие, это убийство. Почему Златоуст говорит, оба гибнут, кто допускает до причастия без эпитемии. А ее вообще нет эпитемии. И вот рассуждает, учится, курсы кончает, а ничего нету. Зияющая пропасть, пустота. Просвещения-то нету. Просвещение – это мгновенно ум твой соображает, Бог это говорит или не Бог.
Дух Божий подсказывает. А он не знает. Да я не знал. Ну, не знал, ты говорил, клеветал на невинного человека. Но ты-то не знал. Я верю в это. Там мало что у тебя сохраняется. Но Дух-то Божий знал. А если ты молишься утром, вечером, почему Дух Святой не подсказал? Этот вопрос-то никто, я тебе говорю его, его нигде не разбирает никто. Они не понимают даже, когда это говоришь. Пишут десятки страниц и ни разу не сошлются на Слово Божие. Выступает патриарх, полчаса говорит, и как будто Библию в руках не держал. Это так же и митрополиты. Ладно это или не ладно? У Иоанна Златоуста в каждой проповеди в среднем было до 70 ссылок на Библию. С ним спорят на каждом шагу еще сегодня. Но он сказал так, как понимал. Вот меня сегодня спрашивали. Златоуст говорит, если злословит человека, загради кулаком ему уста. Мне как делать? Я говорю, зубы лишние у тебя. Нам дано право щеку ударить, ну, другую подставить, но не ударить. А как Христос выгонял? Вот и выгоняй торгашей. Чего ты расфуфырился-то? Вот в храме-то выгоните торгашей. Не получится. В первую очередь священник тебя кадилом огреет. Там все питаются. А если там, да дом мой, я попутно говорю, а вы сделали, вы его сделали, лицемеры, защищаете. Выбросьте торговлю, тогда будем на равных разговаривать. У нас торговли нет и обходится. Так это кто? Вы его сделали домом торговли, комок. А еще что? Вертепом разбойников. С главным паханом. Ну один раз только договори до конца и пойдешь, что не во мне дело-то. Ударить охота, вот там и бей теперь ящику, возьми молот или что там, разбей его, выкинь. Как в Москве мне рассказывали, там шпилер был такой, кто-то он или нет, там вытащили ящик. И разбили, и сожгли, говорят, это старый жид присосался к нам. Во всех храмах почти 100% это есть. И этого не видят лицемеры. Христос бил, выгонял. Выгоните, сделайте, чтобы это был дом молитвы. А вы его сделали. Верните назад, чтобы то, что Бог устроил-то. Торговлю выброси, не получится. А поэтому друг перед другом ругает, и я ругаю. Поэтому я ваш такой же, как я. Я же понимаю, вижу, что вы не договариваете это. Это я как бы заочно уже говорю. Ты каждый раз думаешь среди неверующих быть где-то. Помолись. Путеводи мною, Господи, чтобы не оскоромиться, чтобы потом не проклясть день своего рождения. Говори. Я делаю это на технике. Что такое этот? Послушай, Андрюш, еще у тебя плохой такой глазок. То прямо, ну, расплывчато какими-то квадратиками лицо. Тогда не шевелись, сиди, чтобы оно маленько затвердело. Вот так хотя бы. Плохой совсем. Хуже моего. Я стараюсь делать там. Так. Я сами неопытный в коллективе, сами маленький. Ну? И это видно очень. Я стараюсь делать так. За всех молюсь. Бо у меня как-то оно на душу очень плохо лягает, когда кто-то меня там осуждает, и я вот как-то воспринимаю очень плохо. Я за всех стараюсь молиться. Вот. И если сварят там начальство, не отзываюсь, да, так стараюсь делать. Погромче говори, Андрюша, что плохо совсем слышно. Вопрос поняли? Я понял, что на работе там где-то тебя кто-то зазирает, а ты молишься. Да, ну, стараюсь так за всех. Это правильно? Правильно. Другого лучшего выхода не найдешь. А зачем стребать-то? Ты молись, если коснется конкретно, спросят, знай, что ответить. Не в многих словах вырази большую мысль. Это все вопросы. Дома-то как с мамой? Мама сейчас уехала за границу, в Польшу. Мама уехала за границу, в Польшу, на заработки. Ну, ты говорил в прошлый раз про это. Еще не приехала. А чего это списчит-то? Близко не подноси. У нас Никиты-то нет, он на работе где-то. Так, еще что у тебя? Да все, это хотел спросить. Так это только всего ты вышел-то, у тебя ничего особенного нету. Понимаешь, вот когда говорят, вот как на работе, ну просто надо увидеть. Иногда жалуются, но надо сходить и посмотреть. Я слышал такой рассказ. Практика. Во Фрунзе я был когда там, а там растет вишня. Ну, вишня-то она дерево, а от нее ветки-то далеко. Ну и вот ветки там с его вишни падают на соседней территории-то.
Ну, ребятишки перескакивают через ограду и собирают. Но территория-то другая. А у соседа дальше там яблоня растет. И веточки тоже на эту территорию-то, которые на его территории падают, у верующего, он их тоже собирает. А потом, говорит, с соседом плохие отношения. Ну, договоритесь, что падает на твою территорию с моего дерева. Мое, с твоего дерева падает, тоже мое. А с моего к тебе ты забираешь. Главное, территория решает, не дерево. У евреев в Талмуде это подробно все описано. Понимаете как? Настолько у них... Вот привыкли Талмуд говорить, а попутно сказать. Я когда начал смотреть в Талмуд, это 12 томов, там есть о чем подумать. Они предупредительны друг другу. Допустим, человек оскверняется прикосновением к мертвому. Ну, правильно. И говорят, вот ты идешь под деревом, а если ворона села, принесла кость и уронила на тебя, ты осквернишься или нет? Что нужно сделать? Спилить ветки, чтобы не садилось. Но дерево-то выше. А на какую высоту спилить? Они говорят, чтобы всадник с копьем мог проехать. Понимаешь? Вот такие маленькие точности. Это еврейская сущность. Так это плохо. На деле-то мы видим, как они. Они любят копейку. По копейке, а русским сразу и все. А все не получается ничего, и нет, одна бедность. А он по копейке рубль набрал. Когда идти придет из армии, у него же на счету лежит. А русский придет, в гимнастерке еще ходит несколько лет. Ничего нету. Потому что по мелочи не считал ни за что. Звонил, где попало, покупал цветы девчонке ненужные. Ты в любом деле ищи благоразумие и рассудительности. Об этом мудрец пишет. Не лиши меня здравомыслия. Не лиши, то есть они есть, и как бы я не потерял это. Сегодня, что человеку не нравится, он начинает выводы какие-то делать. Ты по Писанию смотри, как? Какие слова? Слова Библии говорит такие слова, что не каждый их произнесет даже. Это лицемерие. В мире есть много вещей, которые называются, ну, касать, не литературно. Или... Ну, не совсем прилично. Библия этого не понимает. Она говорит так, как есть. И надо научиться ее языком разговаривать. Тебя будут считать грубым, невоспитанным. Ты не гляди на это. Ты процитируй место Писания. Христос говорит вот так. И все. Ну, великое ли дело? Ты дружишь с миром. Конкретно. Но как дружить с миром-то? Любишь эти... Что они любят? Вместе выпить надо, пойти куда-то. Дружба с миром есть вражда против Бога. Это на равных. Это никак не говорят. А ведь это сплошь и рядом. И тех, которые в церкви служат. А впереди-то стола какие стоят. Прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть это есть духовная проституция. Это покрепче, чем другое. Сказал тебе там какое-то слово или что-то. Про это тоже нигде не говорят, что лицемерие. И вообще не считают эти места. Этим покрыто все прелюбодеянием. Я обручил вас единому мужу Христу. Христу, Павел говорит, не миру. Мы мертвы, мир для меня умер, распят для мира, и я для мира. Мир для меня распят, и я для мира. Два мертвеца, ничего подобного. На деле-то показано, что и мир живой, и интересуемся, и лезем, и берем. И... Мне вот только что по телефону один звонил. Можно нет воровать. Не раз спрашивают, ну а где воровать? Надо узнать, что он имеет в виду. Ну вот на работе там он колдовщик, он не хозяин, но у него есть детали, которые к моей машине нужны. Но отношения хорошие, он мне дает. Ну тут два варианта, он тебе дает и должен стоимость заплатить. Или пойди к хозяину. Или вообще не обойдись без машины. Вот к нам один приехал по Теряевку, ну и к крещению готовится, стали разбирать. Да где это сегодня есть-то? Которым голову-то мочат, они никакие. И воры, и блудники, какие были, такие остаются. Это же не секрет. Не секрет. Курящий был, такой и остается. Это у меня вот здесь были архимандрит, священники, и которые рассказывают, кого крестят, и они ни грамма не меняются в абсолютном подавляющем большинстве. Я говорю, а где ты работал? Я работал на заводе там. Ну и вот. Натаскал деталей много. А теперь что делать? Деталей-то много, а теперь уверовал. Я не хочу это. Ну, ты понял, что воровал? Да, воровал. Ну, уже есть. Но теперь верни ворованное, как написано. Даже найденную вещь найди хозяину, а это ворованное. А где я теперь? Я уехал-то с другого государства. Перетащил контейнером все сюда.
Очень просто. Найми грузовую машину и приезжай в отдел милиции, городской или краевой. И там во дворе, там где регистрируют машины, приди и скажи: я вор. Подойди и скажи: я вор, я воровал, но я раскаялся. Они заинтересуются, что воровал, детали. Машины везде сегодня есть. Я, у вас тут сарай, я уже разгрузился, я вам сказал. Это я привез. Запишите вот мои документы, паспорт и все. Да ты подожди, мужик, да как так, да это надо переписать. Я сказал, все, отошел. И ушел, больше никто его не спросил. Все. Другой идет по площади, прямо около вокзала. Нашел часы. А что с ними делать? Ну ты нашел, нашел. Теперь найти хозяина ты можешь, согласно писанию? Не можешь. Вот рядом линейный отдел милиции. Пойди и сдай. Так они себе заберут. А вот за это ты не отвечаешь. Милиция не для того, чтобы забирать, а отдать. Положи, что она лучше, чем ты думаешь о ней. Он пошел, сдал. Я говорю, как, не знаю. Ну все на этом. У меня с занятий в университете везет один шофер. А пацан сидит его, а он в лагере у меня был, мальчишка-то. И играет телефон такой большой, там фотографировать. И это, ну, не такой, как у меня-то. У меня вот подарили такой, и все. Я говорю, откуда у тебя такой? Отец сидит, он говорит, я таксист. И женщина выходила и забыла. Он вспомнил, кто последний был-то. Так еще, что я не нашел, объявление дал бы. Ну, я вот отдал ему. Нехорошо сделали. А они ко мне хорошо, и ребятишки хорошо относятся, и отец. Говоря это, я теряю сразу троих. Я говорю, это неправильно. Дайте объявление, а потом милицию сдайте. Иначе ты потеряешь еще больше. Это Василия Нового, житие. Он обрадовался, поезд нашел. А учитель-то ему сказал, не надо это. А он потом потерял больше, и поезд потерял. Да еще и шапку не нашел. Вот как. Ты научись жить во свете перед лицом Божиим. А мнение людей, оно никакое. Мы думаем, мы вот такие знаем. Да для католиков-то мы никто. Для старообрядцев никто. Он с тобой, говорит, на одном поле не сядет. Че ты возносишься-то? А для мусульман мы вообще никто. Да маленько как-то раскинь побольше-то и погляди. Че ж ты так на других-то смотришь глазами своими-то? А как Бог смотрит на нас? Каждое слово выворачивается как-то. А что это означает? Это означает человеческое. Человеческое. Мы без поддержки с другим не можем. Нам обязательно, чтобы было много нас, чтобы помогали нам или вместе нападать на кого-то. Одному убить нельзя никак. А вот собрались нас, допустим, полк, рота, послали, можем убивать. И благословляется это все. Василий Великий об этом говорит, что одному нельзя, а как можно. Кто это поверит в это, что можно? Святые отцы об этом говорили, но это обман. Вот надо защищать. Кого ты будешь защищать? Этих блудников, пьяниц? С одним священником я так говорил, он, ну, современную это власть и я бы не благословил. Подумал бы, благословлять нет их еще. Да тебя никто не спрашивает, написано «не убий». Четко определенно, я говорю, у нас никто не идет, никто не погиб. Ты сколько благословлял? В Чечне сколько погибло? На тебе сколько душ-то висит-то, лицемер? Так еще перед Богом будет ответ. До конца-то, когда договоришь, и ты видишь, что обманывает тебя собеседник-то твой, у него другое совсем отношение к этому. Ты прямо по Писанию поступай, и ты увидишь, жить намного проще будет. Тебе не надо думать об ответственности за то, что ты сделаешь по Библии. Бог на себя берет. А я вот буду, если так делать, да я скажу, меня с работы уволят, да меня священника выгонит епископ. Тебе не надо об этом думать. Ты поступи, как Бог повелевает. А там дальше видно будет. Был такой один человек, который говорил, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Наполеон. А там видно будет. Так и здесь. Ты облечи сначала, а дальше молись. А ты скажи, не пройди мимо, потому что за это придется отвечать. А то не то интонация, не те слова. У Бога такие слова нам припасенные. И отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный. Никогда не знал вас. Вот эти слова будут лучше всех слов. Они сегодня не отрезвляют. А нужно молиться и говорить, Господи, да будет воля Твоя, как Тебе угодить? Как бы Тебя не прогневать? С человеком отдельно, вот идешь где-то или едешь, он совсем другой. Вот я разговариваю со священником, я говорю, вот ты сейчас, вас пятеро сидит, священники, но ты один сейчас, тебя арестовали, ты никогда больше домой не вернешься. Нас обоих сослали на остров, на север. Ты вот это говорить будешь, нет? Ты же юлишь хвостом-то перед епископом, чтобы меня не убрали.
Где-то напечатают, где-то скажут, ты такой патриот, тебя никуда не денут, и ты будешь при делах. А вот этого не надо думать. Бог может так сделать. Ты даже скажешь слова грозные, страшные, а тебя не отвергнут. Будет наоборот. Мы узнали про Михея, сына Имлая, только из-за того, что никому не угождал. Как скажет Бог, то изреку и я. Ты вот это на работе, ты и думай, хороший вопрос задал. Выполни его. В разговоры не вмешивайся, молись определенно, четко, но где можно, скажи о Боге. Может быть, Евангелие подарить кому-то надо. Где ты находишься в коллективе, дай знать, что тебе открыт путь. Путь в Царство Небесное. А не так, что среди нас был один, ни рыба, ни мясо, ни свечка, ни кочерга. Чтобы знали, здесь был христианин. Уверенная поступь избранника Божия. А у нас как огонь боятся этого слова. Ну, значит, не избранный, толковать не о чем. Званых много, мало избранных, но они есть. И избранный, ты не знаешь, что ты избран. Как они на это слово нападают на меня. Мне до того смешно. Неверующие. Совсем. Апостол Павел называет святыми. И кого? Коринфян, у которых такое блудодеяние, которого в мире нет. Это грех личный. А святость... От Бога Он умер за нас, Христос, Спаситель. Самые простые слова даже, и все как-то выворачивают. Даже вот я гляжу о причастии, считают, и как будто слепые. Господь нигде не говорил, что вот ты причастился, и грехи с тебя сошли. Через день опять причастился, и грехи сошли. Этого нету. Изливаемая кровь, изливаемая, невыпиваемая. Изливаемая на Голгофе, на кресте, верою в Голгофскую жертву, а не в чашу. Все перепутали. Это мучение знать истину и не говорить. Поэтому говори. Говори, и будет видно. Это лицемерие никогда не кончится, но ты перед Богом будешь оправдан. Если ты говорил, а он не послушал, его кровь на его голове, а ты спас свою душу. Иезекииле 3:18-20. Читай, и увидишь, как на душе у тебя загорится этот огонь. Хорошо, что ты на работе, хорошо, что есть такие люди, но меняй тактику. Сегодня промолчал, завтра, а ты увидишь, как они говорят. А если кому-то дашь Евангелие, вопрос другой. А может, с кем-то отдельно поговорил, и будут говорить, а вот этот человек, он знает ответ на многое. Ты не просто сиди, тем более ты среди своих украинцев, тебе доступ там открыт. Тихоныч, я вот такую занял позицию. Когда я начал покаяние, я надеялся на волю Божию. И меня родители воштовали на эту работу. Я верю, что так надо сейчас. Такие обставины склались. Я это верю. Это правильно так и делаю. Ну так... В прошлый раз мы говорили, как там примирять родителей там, с бабушкой. Ты этого принципа держись. Больше помолчи. Мне нужно там помоги, сделай. Возьми Евангелие, да посчитай там с бабушкой, там с матерью, с отцом. Ну, то есть это конкретно надо смотреть. А может, он не желает. Не желает, тогда делами подтверди. Время зря не трать. Найди уголок укромный, где никто не мешает. Занимайся Словом Божиим. Чтобы святая Библия у тебя была перед глазами, в сердце, в уме, везде. Пропитайся ею. Как толкуют святые отцы, смотри. Изучай каноны церковные. Это сильно поможет тебе. У тебя врагов много появится сразу. Много. А ты знаешь, на что идешь. О канонах будешь говорить, у тебя друзей почти не будет. Потому что эти каноны все нарушают. Почти все. Они и знать не знают их. Каноны эпитемии. А священник не накладывает эпитемии. Наложи на себя сам. Сам. Если виновен в этом, значит, ты возьми его и выдержи. В это время под эпитемией скромно, тихо веди себя. Главное не лицемерить. Будь таким, как есть. А там, что будет, то будет. Да, довериться Богу. О последствиях Бог берет на себя заботу. Да, ты иди и говори. Они не будут слушать. Это не твое дело. Бог берет это на себя. Ты иди и о последствиях даже не думай, если это дело не смертельное.
Скажи, а какой результат будет? Сеющий вот разбрасывает семя и поливающий – ничто, нуль. Все, Бог возвращающий. И когда ты доверишься Богу, у тебя результат будет другой. Бог будет это делать через тебя. Через твой язык, через твои руки, через твое отношение. Ну, тоже как-то не просто. Все, тогда в следующий раз, когда придешь, там, ну, неделю через две, не раньше, ты обязательно сначала напиши, чтоб пикнуло. И буду я, бывает, на улице, мы тут возимся со снегом или еще что-то делаем, чтоб был свободен. Я тогда дам знать, можно или нет сегодня поговорить. У нас сегодня вот занятие по скайпу, поэтому, ну, заняты чем-то. Всего хорошего, с Богом. Хорошо, спасибо, Игнатий. Слава Христу. Хороший юноша. Старательный. Давай. О, на ней.